В воскресенье 22 августа в Нарве стартует второй Идабиру Москивелу марафон. Главная цель марафона – это популяризация здорового образа жизни и расширение спортивной географии региона. Идабирумский марафон в этом году собирает одних из самых сильных велосипедистов Эстонии в дисциплине Mountain Bike. За призовые места в это воскресенье на полной дистанции 60 км в Нарве будут бороться Каспар Ауста, академический спортивный клуб Тартусского университета Ива Сур, Алгес Масик Мэтс, а также велогонщики клуба Fixus Sport. Большие шансы и у Идабирумского клуба Investment Agency. От этого клуба будут выступать такие спортсмены, как Рива Шуман, Танел и Тави Селдеры. Хорошую конкуренцию создают в этом году и велосипедисты из России. Александр Ломакин является одним из сильнейших гонщиков в Санкт-Петербурге. Достойно должны пройти дистанцию норвитяне. Два нарвских клуба будут представлены на обоих дистанциях веломарафона. Это отделение велоспорт Нарвской спортивной школы «Энергия» и любительский клуб «Эки». Помимо спортсменов на полные 60 километров выйдут и более сотни любителей активного образа жизни и спорта из Эстонии и России, которые поедут половину, 30 километров. Старт марафона в 11:00 и начнется он с детских заездов на 500 метров и 3 километра. Старт полумарафона и марафона в 12:00 на оздоровительных трассах Ореховой горки. Главный приз полного марафона 7000 крон, а между участниками полумарафона будет разыгрываться велосипед. Идабирумский веломарафон проводится в Нарве второй год. В этом году его можно считать международным благодаря участию спортсменов из России.